В селе Выльгород Сыктывдинского района жители встали на защиту искусственных озер, где водятся караси. Бульдозер уже сломал дамбу, и часть воды ушла в соседние поля. Кто это сделал и зачем, выяснил Виктор Прокушев. Эти озера – излюбленное место любителей рыбалки. В удачный денек домой можно принести до 15 килограммов рыбы. Любители ухи говорят, что в летний период здесь даже сесть негде. Владимир Бушуев – заядлый рыболов. Сам начинал строительство этих водоемов и запускал первых рыб в середине 80-х. Каждый год здесь рыбачим. И если в какой момент попадите, вот как-нибудь летом, в начале лета особенно, когда самый жор у него, нет места, где сесть и сколько народу здесь собирается для рыбалок. Неделю назад сюда приехал экскаватор и разобрал дамбы. Вода и рыбы из озер попали по каналам в поля. Тогда жители Сыктывдина обратились за помощью в рыбнадзор. Однако специалисты ведомства признались, сделать что-либо не в силах. Это водоемы искусственные. Они не являются рыбохозяйственными водоемами, поэтому охрана данных водоемов не входит в нашу компетенцию, к сожалению. Тогда рыбаки помогли себе сами. Скинулись деньгами, наняли трактор и засыпали оттоки. Ну вот, здесь разрыли, чтобы вода уходила с озер. Ну, не знаю, вчера взяли, засыпали снова. Тут же объявился предприниматель, предъявил документы. Компания ДЭМ взяла в аренду территорию с озерами до 2060 года под строительство базы отдыха и рыболовного хозяйства. Вениамин Шуктомов уверяет, они стараются для самих сельчан. У нас подписан договор с Кирово-Чепецким рыбхозяйством, чтобы сюда завести карпа. И выращивать здесь карпа и базу отдыха создать для рабочих, тружеников села. А у нас идет все наоборот. У нас село, по-моему, ничего не хочет, чтобы делать. Власти Сыктывдина нам пояснили. Действительно, компания ДЭМ взяла в аренду 43 гектара земли под строительство. Договор подписали в январе 2011 года. Но, как выяснилось, предприниматели уже давно числятся в должниках. Сегодня эта фирма у нас является не плательщиком, так скажем, арендных платежей. Велась претензионная работа. На сегодняшний день мы рассматриваем вопрос и смотрим, что у нас все-таки по договору прописаны, какие нюансы по изъятию данного земельного участка. Сейчас в районе идет проверка целевого использования земель. Компания ДЭМ, вполне возможно, такую проверку не пройдет и потеряет арендованные владения. А пока рыбаки борются за пересохшие озера и за жизнь родных карасей. Виктор Прокушев, Иван Богомолов, телеканал «Юрган», Сыктывдинский район.